Дина. Партия диета. Это надолго? Я Дина, и ты кретина. Куда? То есть они нашли еще куда запихнуть кучу людей? Отлично. Они честь него назвали. Ты снимаешь? Да. Так же говорится? Нас держат тут 24 часа на 7. Едим только здесь, спим тоже здесь, учим хореографии тоже здесь. Еще, в принципе, редко отсюда выходим. Всем привет. Мы русская команда ТВМ. Сегодня смотрим 17 Соногон, но если мы неправильно произносим, то вот вам название. Соногон. Начинаем, чем? Дорого, богато. Так это 17. Оп, оп. То есть своих 13 человек, сколько их там? 12, 11, им недостаточно. Во-первых, стоп. О, красиво. Костюмы какие. Какой боди-контроль. Боди-контроль. Контроль? Я просто так мило это сказала. Ну вот, я опять забыла, кто из них кто. Я не знала. Половину знаю. Два, сколько людей? Это круто. Сорого. Очень красиво. О, вверх. Аж мурашечки. А, красиво, да. Это, ладно. Трендовое движение, да? Я не успеваю следить, как они танцуют. Я моргну уже 15 движений. Ой, спасибо. Верно, реально неверно. Это я думала, что ты сейчас такую партию верну. Ой, прикольно сделано. Да, вообще. Ну, так идут эти волосы нарощенные, не нравится. Нет, я просто удивляюсь, я думала, что это верно, потому что я до сих пор не видела ни одной его партии. Была, да, он на центре был. Да, я это да. Пропустила. А я слепая. А я вот жду Джуна. Где мой Джун? Жопа. Спасибо, я жопа. Я думала, сейчас по ней ударит. Вот тебе фейерверки. Почти. Ну давай. Одеть! Это было классно. Какой? И костюмы, смотрите, какие. Мне кажется, Дейт сам ставил этот кусок, он сам их нарядил в эти... Вот тебе верно. О, привет, вот это вот она. Вы видели движение из хита? Возьмите кто-нибудь Симка, пожалуйста. Я приду. О, Джун, привет. Наконец-то я тебя дождалась. Чего, как ты? А, думаю. Я Джуна всегда узнаю. Прическа такая интересная. Косить. О, поддержка. Мне очень нравится трек. Может, это на пятерку растет? Да, тут прям классно ложится. Миллион человек всего лишь. Это самая отвратительная шутка. У окна просто это добавится, голограммы. Блин, крутые. Тут должны лететь ботинки, но мы сидим в носках. Я поклоняюсь Эвентин. Религия. Религия, новая религия. Скорее, на самом деле, я как не фанат Seventeen и знаю их примерное звучание в треках, для меня было удивительно, что это не похоже на их обычные треки. Под конец только ты... Бляха.
Под конец ты только понимаешь, что да, мотивы очень схожи, но если бы я, допустим, не видела картинки, я бы не сразу поняла, что это Seventeen, и настолько классное звучание, настолько интересный трек, он доводит до мурашек, меня аж два раза дергнуло. Очень интересные костюмы, очень необычные, очень интересная локация, которая классно была переиграна вместе с танцорами, и там была отсылка на Флава Джису. Вот, мне понравилось, очень круто. Причем локация всего одна, но она настолько крутая, в плане, что им не нужно было много разных локаций, чтобы красивый был клип. У них всего одна локация, и они ее так подали. Да, и обыграли. Seventeen, типа... Меня больше удивляет, что реально 13 человек куда? То есть они нашли еще куда запихнуть кучу людей. Ты это переживешь, ты это переживешь. Я люблю Дина. Не, на самом деле я просто безумно рада, что я просто не успела понять, припев или нет, но что его поставили на центр, потому что, несмотря на то, что он безумно крутой танцор, я считаю, что один из лучших из поколения их, что его наконец-то поставили на центр. Я просто такая... Порадуемся же за Дина. Это прям заявка. Ну, они всегда держат планку, они всегда держат уровень. Очень крутая хореография, очень крутой синхрон. Хочется почитать перевод, потому что мы как не ценители культуры, ну, не то чтобы не ценители, но мы просто далеки от культуры Кореи. Очень пока сложно понять, про что именно трек. Вот, и хочется почитать побольше теории об этом, почитать, чему именно было посвящено. Но на первый взгляд просто музыка, хореография, парни, это... Сделайте сейчас синхронно вот так. Как? Три, два, один. Вот, Масна, тебе теперь нужно размыть нам рот, как у того стикера с котом, который... И всем А под нами, да? И на обложку. Хорошо, окей. Во-первых, партия Диэйта. Это надолго? Вы видели партию Диэйта? Я серьезно уверена, что он сам выбирал, в каких костюмах будет его партия. И сам ставил эту хорягу. Там прям вот прям видно его почерк. Вот это он писал, это он ставил. Я уверена, что как участник перформанс-юнита он сам этим занимался. Он просто, когда дело дошло до его партии, он просто сказал: разойдитесь, и сделал все сам. Да, он сам разберется. Трек просто нереальный, очень крутой. Я специально не смотрела до реакции, ну, чтобы честно, да. Из клубса очень идет его прическа. Мне нравится. Хореография, как всегда, убийственная, в духе Seventeen. Когда я слышу Дина, вот я все время вспоминаю тот мем. Я Дина, и ты кретина. Простите. Поклоняйтесь Seventeen, смотрите нас. А до нас. А до нас. Всем пока. Пока. Пока, до нас.